Привет! Сегодня с вами рубрика «Девай». А знаете, что мы сегодня будем делать? Все же помнят мою карандашницу Миньона. Так вот, похоже, ее срок годности вышел. Вова использовала эту карандашницу по полной. И пока он у бабушки, я решила сделать для него сюрприз. Я решила сделать ему новую карандашницу. Вова очень любит зависать в Снэпчате, поэтому его карандашника... Вова очень любит зависать в Снэпчате, поэтому его карандашница будет со Снэпчатом. Основу карандашницы я сделала из коробки от лекарства. Обрезала по нужной высоте, обклеила фоамираном. Если у вас нет фоамирана, вы можете воспользоваться картоном или фетром. Украсила кружевом и эмблемой Снэпчата. И сегодня я сделала коробочку для себя. Я не могла выбрать один дизайн, поэтому сделаю две и выберу для себя одну карандашницу, а вторую кому-нибудь подарю. Итак, мне понадобится коробка из-под молока подходящего размера, кусочек фома для обклейки коробки, кусочек фома, толстого фома для днища и, конечно, выкройка. Сейчас сделаем коробочку с эмблемой Инстаграма по этой выкройке. Я заготовила все детали. Давайте соберем. Эти заготовочки я сделаю из фома разных цветов. Эту аппликацию можно также повторить из фетра или бумаги, или цветного картона. Склеиваем нашу аппликацию. Эмблема готова, а пока она сохнет, мы подготовим коробочку. Фоамиран я буду приклеивать с помощью горячего пистолета. Срезаем лишний фом на дне коробки. Приклеиваем дно. Отрезаем излишки дна. Дно нужно проверить по всему периметру. Если где-то оно отходит, то его нужно еще раз проклеить. Напротив каждого уголка врезаем вот такой вот треугольничек, чтобы потом, когда мы загнули, у нас фоамиран не лез друг на друга. И все аккуратно сошлось.
Вот что у нас получилось. Теперь для примерки загибаем. Все аккуратно получается, и теперь мы это приклеим. Вот, смотрите, и что нам осталось? И нам осталось украсить нашу коробочку эмблемой Инстаграма. Прижимаем нашу аппликацию. И вот что у нас получилось. Вот такой милый органайзер для карандашей у нас появился. Ну что, сделаем вторую коробочку? Я думаю, что она будет еще интересней. Сначала я хотела сделать такую эмблему. Потом вот такую. Потом я захотела вот такую. А потом еще я захотела и вот такую. Ну а потом я нашла решение и придумала вот такую идею. Сделать все 4 эмблемы на одной коробочке с разных сторон. У меня отдельно вырезаны буковки и отдельно фон. И сейчас мы будем это все приклеивать, чтобы были готовые аппликации. Пока сохнут наши эмблемы, обклеим коробочку. В этот раз будем обклеивать коробочку светлым фоамираном. Обязательно потом плотно прижимайте. Срезаем лишнее, приклеиваем дно. Проверяем, хорошо ли приклеилось дно. И доклеиваем, если это необходимо. Срезаем. Обрабатываем верх. Заклеиваем бортики внутрь. Готово. Смотрите, ребята, с каждым разом все получается аккуратнее и лучше. Украсим наш органайзер эмблемами. Ставь лайк, если считаешь, что у меня хорошо получилось.
Вот такие замечательные органайзеры у меня получились. Пиши в комментарии, какой тебе понравился больше. Снапчат, разные соцсети или Инстаграм. Я надеюсь, что я понятно все объяснила. И если у тебя получится такой же органайзер, то присылай его фотку мне в ВК. С тобой была рубрика «Рукоделочка» с Настей. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить следующее очень интересное видео. Пока-пока!